Туманность Орел размером примерно с Луну можно найти в созвездии Змеи, совсем недалеко от Млечного Пути. Двухметровый телескоп Южной Европейской обсерватории сфотографировал небесного орла в небывалых деталях. На самом деле это скопление молодых звезд в облаке газа и пыли удалено на 7000 световых лет от Земли и простирается на полсотни световых лет. Основное сокровище орла — его яркие звезды. Их излучение заставляет газ туманности светиться и придает самые причудливые формы плотным темным столбам, которые прозвали «столпами творения». В наши дни в этих богатых пылью столбах появляются звезды, что можно увидеть на снимках туманности в инфракрасных лучах. Через сотни тысяч лет эти звезды зажгутся, и их мощный свет прорвет столбы изнутри. Если, конечно, прежде одна из уже родившихся звезд не взорвется, как сверхновая. Такой взрыв может разрушить пылевые столбы творения. Андрей Солдатов, Артем Тунцов, Владимир Межинский, Инфокс,